Алтаребе получил в подарок серебряная табакерка. Хасидим увидели через несколько времени, что Алтаребе приходит только с крышкой. Они подумали, что Алтаребе поломал табакерка, потому что не хотел воспользоваться удовольствием нашего материального мира. Пришел внук Алтаребе и сказал: «Дедушка, ничего не ломает». Дорогие друзья, в нашей недельной главе написано, как Всевышний спускается на горе Синай и дает нам Тору. Объясняется в Хасидут, что до дарования Тора не было никакого связи между духовностью и материальностью. Когда Всевышний дал нам Тору, Он дал каждому возможность поднять материальный мир и привести его ближе к Всевышнему. Мы ничего не ломаем в нашем мире. Мы воспользуемся нашего материальности для того, чтобы сделать его лучше и привести его к Всевышнему. Шаббат шалом.